Друзья, небольшая информация о том, что нам сегодня Бог послал в китайско-малайзийской деревушке, точнее городишке под названием Кампар. Самое вкусное блюдо, я так полагаю, которое я когда-либо пробовал, это медовая курица, курица в меде. В данный момент вы можете наблюдать 4 крылышка, каждая из которых стоит всего $0.50. Да, кто-то спрашивал меня о ценах. Вот это соус чили. Рыбные шарики рыбные, так. И вот это я буду есть сегодня первый раз в жизни, это жареные устрицы. Опять рыбные шарики, и вот там вдалеке у нас уже законченный bubble tea, или как бы это сказать, холодный напиток на основе дынного вкуса. Вот, мы его уже закончили. Это соусы чили и жареная устрица. Вот как-то так. У нас там есть еще пирожки, но мы их уже убрали. Огромная куча разных соусов. Вот там есть еще, как бы это сказать, тоже пироги, разное кондитерское изделие. Везде можно видеть разные иероглифы. Мы находимся в малайзийско-китайской семье города Кампар. Вот. Так живут люди, этнические китайцы, которые уже 2-3 поколения живут в Малайзии. Как видите, проблем с техникой нету. Одна проблема — круглый год лета, поэтому везде кондишн, вентилятор и все прочее. И очень острые соусы. Очень острая еда, очень острые соусы. Всегда и везде. Ну вот как-то так. Забыл представиться. Меня зовут Олег Петров. Я путешествую по миру 19 месяцев и одну неделю. Практически беззатратно. Этот ужин обошелся мне бесплатно. Так. За моей спиной 12 стран, я продолжаю путешествовать, я родом с Украины. Впереди очень много интересного, я нахожусь по каучсерфингу у моего друга в городишке Кампар. Это посерединке между Куала-Лумпуром и островом Пенанг. Я направляюсь в сторону Таиланда. Ну, так, в общем, глобально. Все, мой друг пришел, все очень-очень вкусно пахнет, поэтому я пошел кушать. Спасибо, друзья, увидимся. Всех люблю, целую, обнимаю, пока!